Блаженный аскет Франциск Ассизский, итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев, автор религиозных поэтических произведений «Похвала добродетели», «Похвала Богу» и некоторые другие. С 1207 года подчинил свою жизнь служению духовному наследию Иисуса Христа, став проповедником. Вскоре у него появились последователи в Италии и почти во всех европейских странах, которые организовались во францисканские братства. В 1228 году Франциск Ассизский был канонизирован. Рассказы, легенды о нем собраны в поэтическом анонимном сборнике периода зрелого средневековья «Цветочки святого Франциска Ассизского». Картина итальянского художника Меризи да Караваджо «Экстаз святого Франциска» известна также по другим названиям – «Блаженство святого Франциска». В Средневековье продолжился, начавшийся еще во времена античности, процесс адаптации научного знания и модели светского образования к христианству. Важнейшим из результатов этого процесса стало создание картины мира, сочетающей в себе терминологию и многие положения аристотелевской метафизики с библейским учением о сотворении мира. Подобный процесс адаптации шел и в низовой культуре, где христианское богослужение вступало в соприкосновение с народными верованиями. Одним из самых заметных результатов этого соприкосновения был распространившийся по всей Европе культ святых Франциск, Доминик, Флориан, Бенедикт и другие святые католической церкви. Однако и в высокой и низкой культуре данный процесс был сопряжен со значительными трудностями. В качестве примера можно привести осуждение церковью так называемых парижских авероистов, философского направления, признающего аристотелевскую идею о вечности мира, крестовые походы против еретических учений катаров, вальденсов и других еретиков. «Экстаз святого Франциска» написан после того, как кардинал Франческо дель Монте стал покровителем художника. Полотно считается одной из первых работ, выполненных Караваджо в статусе художника дель Монте. Предположительно, именно так он называл себя в течение следующих нескольких лет, которые прожил в палаццо Мадама. Картина хранилась у кардинала до конца его жизни. Также известно о существовании нескольких копий. Известно, что картиной впоследствии владел священник из Пинеролу под Турином Роджеро Тритонио. В своем завещании 25 октября 1607 года он передавал ее племяннику, поставив условие никогда не продавать произведения знаменитейшего художника. История изображения сюжета начинается с 13 века. К нему обращались знаменитые мастера. Джотто де Бандони представил свою интерпретацию легендарного события примерно в 1290 году. Джованни Беллини создал картину «Стигматизация святого Франциска» между 1480 и 1485 годами. Версия Караваджо менее драматична, чем представленное другом Франциска, отцом Львом, описание и трактовка события другими художниками. Шестикрылый Серафим заменен двухкрылым ангелом. Отсутствуют описанные насильственные эпизоды. Никаких огненных потоков, криков или огненных изображений Христа. Ангел бережно поддерживает забывшегося святого. На заднем плане внизу долина реки и спутники святого, едва различимые в темноте. Художник передает свое видение этого события. Главные герои максимально приближены к зрителю.
Они выступают из ночного мрака под лучом света, падающего сверху. Святой Франциск, чье тело ослабело от поста, а душа устала от раздумий, попросил Всевышнего показать, какое бывает блаженство, и узрил ангела. В тот же момент он перестал ощущать себя. Именно мгновение забвения изобразил художник. Ангел с нежным лицом юноши, черты которого схожи с юношей на картине «Мальчик, чистящий фрукты», с крылатым купидоном, находящийся в крайней левой части музыкантов, и еще больше с обманутым юношем из картины «Шулерство». В белых одеждах и с крыльями за спиной заботливо склоняется над Франциском и бережно поддерживает упавшего без сил святого. Лицо святого Франциска спокойно, рука отведена в сторону. На нем простая монашеская ряса, ноги босы. Атмосфера, царящая на картине, наполнена мистикой и спиритизмом. Посреди темного ночного пейзажа две фигуры залиты неземным сиянием. На горизонте виднеется странное мерцание.